Всем привет! В этом видео хочу вам показать вот такую сварочную маску, модель Maxi Plus, производство частного предприятия сварочной технологии, то есть это производство Украина. Вот, данная маска выглядит следующим образом. Размер защитного стекла у нее составляет 110 мм на 90 мм. Само защитное стекло из стекла. Верхнее стекло, которое от брызг защищает, и выполнено из поликарбоната. Главным образом, почему я взял эту маску, потому что у нее есть такая штука, как откидной козырек. То есть вы можете отбивать шлак там, либо резать болгаркой в этой же маске. То есть, как видим, тут защитное стекло еще одно есть. Вот. И она достаточно плотно закрывается. То есть здесь нету нигде просвета. Из минусов получается, я не знаю, зачем вот такие вот наклейки тут сделаны. То есть видите, как они аккуратно наклеены пузырями. Вот. Маска имеет несколько степеней регулировки. То есть сверху тут по высоте регулируется. Здесь оно, в принципе, тоже регулируется по положению, насколько щиток опускается. И по охвату головы. То есть для регулировки по охвату мы отщелкиваем эту штуку, откручиваем ее сколько надо и защелкиваем обратно. Ну вот здесь есть такая инструкция, как пользоваться, в принципе. Вот. В целом маска выполнена достаточно неплохо за свои деньги. Ну, есть, конечно, небольшие огрехи производства, то есть вот тут заусеницы всякие, которые придется вам подрезать, скорее всего. Ну, а так, в целом, достаточно бюджетная маска классического типа. В принципе. А, еще защитное стекло. Здесь по документации стоит марки C3. То есть, самое слабое. Вот. Ну, и достается оно, я, правда, еще не понял, как окончательно его отсюда достать. Ну, вот есть тут такая щель. Где-то здесь фиксатор достается, и можно заменить стекло. У меня, в принципе, все. Благодарю за внимание.